Соперник очень хороший, очень волевой. Выдал мне такую концовку, что ему любой бы другой боец просто упал бы. Но, как я уже говорю, не хотелось расстраивать ни тренера, и очень большое желание было, большая воля к победе. Хотел бы даже сказать спасибо болельщикам, поддержали в чужой стране. Вот так. То есть, ну, чисто морально не мог себе позволить проиграть, поэтому взял свою волю в кулак и выдал концовку.